Вырастим, давай поженимся. Можно. Только знаешь, ни щей, ни супа есть не будем. Не будем. Колбасу и халву будем есть. Конечно. И в баню ходить не будем. В баню? Ни за что не будем. А в драке друг за друга? Драки? Обязательно. А теперь, Синюшный, поцелуй меня. Фу! Вымазал всю. Сопливый. Кто сопливый? Я сопливый. Зайка, голодранка, бери сутки, на завод пора обед матки нести. Чур меня, чур за чур. С завода вернусь, тогда драться будем. Ладно. Фу. Агамка, Агаш, на завод пора обед нести. Сенька! Сеньк! Гудок скоро! На завод пора! Обед нести! Катенька! Катенька! Все готовы! Дим! А, Дим! Пора на завод! Обед нести! Вчера опять пьяный домой пришел, и всю мать по животу бил. Бьет, 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 а я под кровать спряталась. Приходите, девочки, после обеда на свалку, я с Сенькой драться буду. Обязательно придем. Закрыли. Не велено никого со двора пускать. Ваши на треугольнике опять бастуют. И ты, старый, становись.
Господи. Старик за мной. Не оставь бедных людей, Господи. Не оставь бедных людей, Господи. Не выгоняй их за воду, Господи. Не выгоняй их за воду, Господи. Не отнимай у них ты таких кровные, медные. И гривенники, и рубли серебряные. Молитва испакостила. Дрянь. О, Господи, молитву испакость. Осел ты был амский. Комета эфиопская. Выгонит ее. Это я уж знаю. Она все бастует, 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 бастует. Обязательно выгонит. Не семейная она у меня. Дочка, ешь. Сегодня поешь, а завтра не полагается. А людей травить полагается? Скипидар ядовитый. В мастерской подавать полагается? Черт, старый, покою не даст. Точно чума по мастерской прошла. Одну за горло схватит, другую, третью. Забьется товарка. Пена у нее изо рта. Кровь пойдет.
и повалится, как подкошенная. А мамка моя? Ведь не чужие они мне. Вместе ведь на фабрике выросли. Друг у друга ребят крестили. Друг у друга на свадьбах гуляли. А мамка моя... Сердца в тебе, отец, нету. А твою девочку, маму, в Обуховскую отвезли. Отравили ее. Скипетаром ядовитым задушили проклятых. А говорил ли? Она что, постоит, постоит? Постоит, постоит. Угол плати. Плати. 8 копеек. Есть чего-нибудь надо? Надо. Еще 5 копеек. Лавочнице платить долг надо? Надо. Мамка леденцы брала. Еще 3 копейки. А где их возьмешь? Такие деньги под столом не валятся. Кофту мамкину продал, что? Да ее никто не купит. Не купит. Ни за что не купит. А что, девочки, если хором петь? Подходящий, придумали. Не в одиночку под окошком копейки упрашивать, а целым хором. Как в церкви поют? Как в церкви. Только какой же это хор без баса? Да. Жалость-то какая. Басты нет. Сеньку взять, что ли? Сенька как-никак, мальчишка. Можно ли Сень? Получите, пожалуйста. Она мне сказала, получите, пожалуйста. Она мне сказала, получите, пожалуйста. Акулина, ты мой свет, скажи, любишь Али? Нет. Хлеб, соль.
Спасибо, садись. Как жизнь? Вся впереди. Да и Вася бастуют. Бастуют. На Лейснере бастуют. Бастуют. На Путилове бастуют. Бастуют. На треугольнике твоих же, говорю, Катя, подруг потравили, бастуют. Она криком кричит. А ты, говорит, не суйся, у тебя я больная, да ребенок малый. Как же, говорю, Катя, я от товарищей отстану. Эй. Она плакает. Плачет, плачет. Сидят они, как сычи, а мы перед ними, как божьи свечки, стоим. Постойте, говорят, постоим. А жрать, говорят, чего будете? А ничего, говорим, не будем. Пить будете? Хотим, будем, хотим, нет. Ну, ночью к нашему дому, что к театру. Извозчик за извозчиком, извозчик за извозчиком. Полиция забастовщиков в тюрьму брала. И Машу взяли. Дочку мою. Хозяйку мою. Шапку я продал. За ее здоровье выпить хочу. Угощаю вас. Врешь. За шапку-то вчера угощал. А я порточки продал. Портки. Порточками вас угощаю. Вечерние биржевые, вечерние биржевые, вечерние биржевые. Света! Вечерние биржевые. Красномерные живые. Война! Угощаю! Предсказание, мадам Тепп. Война будет. А ну-ка дай-ка. Война будет. Вечерние биржевые. Вечерние биржевые. Газета. Война будет. Война будет. Продлится ровно 5 месяцев и 14 дней. 14 дней. Вечерние биржевые. Вечерние биржевые. Берутся мертвые живые. Ну, что пишут-то? События надвигаются. На Колотошного, проходившего близ Самсоневского моста, напала толпа и хотела его сбросить в Неву, но он успел убежать. Жалко. Кто тут хозяин? Чего продаете? Мы ничего не продаем. А? Мы хор. Петь к вам пришли. Хо? Петь пришел? Ну так, уговор такой. Полпесни ваши, полпесни наши. Как так? А так. Рубль ваш, полтинник наш. Полтинник ваш, четвертак наш. Четвертак ваш, весь наш. И по шеям вам. Идет? Певчие. Идиот. Ну ладно. А то и глаза у бабы, чтобы слезки лить. Сейчас слезами и зайдет, а потом и слез не хватит. Останутся тысячи вдов да сирот, а враг. Какой он враг? Такой же вот рабочий, как и ты. А бабья слеза, что у них, что у нас, на вкус одинаково. Соленая она, да
горькая. На горе мак, 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 маки, маки, маковушки золотые, головушки станем тебя, спросимся про мак. Как сеется, так ли это по бедам, так ли это по бедам. Так сеется, так сеется, так сеется. И шутовый водитель! Им сидит письмоводитель, всем известный грабитель. Борюшка в горе, всем известный грабитель. Кому мак, а кому как. Еще рабочую кровь с мостовых смыть не успеют. Сколько народу у Путилова полегло. А уж погонят нашего брата рабочего, стреляного, затравленного, умирать за братьев славян, за нагайку казацкую, за славу отечества. Все пропью. Одну совесть оставлю. Так что, кому твоя совесть нужна? Совесть у нас нынче за решеткой тюремной помещай. Ой, девочки, папа-то не слушай. Может, дисконтом запеть? Ты подхватывай, что есть ночи подхватывай. Маги, маги, маковушки золотые, головушки. Да, не вряд ли спросите про маг. Как сеет маг? Вот и это, вот и так, вот и это, вот и так, вот и это. Готов, мам! Готов, учёный, в ноздре! Готов, у бабушки в печке! А? Готов, коту под хвост, возника постели! Гони их, смехач! Акулина, ты мой свет, скажи, любки знали где? Она мне сказала... Учить мороз! А ну, катись! Видите, моя публика волнуется! Нет, ты мне скажи, чего детей обижают? Вот что, лоцман, на след квартиры напали. Скрываться мне надо. У тебя на лоцманке спрячусь. Нынче жди. Ладно, приходи, устроим. Чего малых трогают? Ну ладно, иди уж, ребячий заступник. Насчет листовок, что я дал, не забудь. Каждому рыбаку в лодку что-то. Думаю, не впервые. Она мне сказала... Учись, пожалуйста. Акулина, ты мой свет, скажи, любишь, али? Нет. Спели. Вот так спели. Особенно бас хорошо пел, шипел. Бас как бас. Mm-hmm.
Вытри слезы. Пуговица. Как? И не похоже. А ты еще что умеешь? Песни пою, птицы свищу, сказки рассказываю. А как звать тебя? Силычем. Лоцман я бывший. Сторожем нынче. Какой, ребятки, я вас песни выучу, с такой не пропадешь. И не выгонят. И не выгонят. А ты где живешь? Далеко. На лоцманке. Пешком не дойдешь. А как? А мы поездом поедем. Поедем? Поедем. Денег у нас нету. О, ты. А я даром свезу. Поехали. Поехали. Ну, тогда поедем. Давай на посадку. Скорей. Ты за багажные. Ты за почтовые. А вы за пассажирские. Это будет первый класс. А паровоз? Паровоз? Сейчас подам паровоз. Поехали. Поехали. Песня. Такой не погонит. Завтра же и споем. И откуда ты, дедушка Силыч, такую песню знаешь, а? В тюрьме выучили. В тюрьме сидел? Украл, наверное, чего, дедушка, а? Украл? И ничего не крал, Силыч. Эх ты, стрекоза. За сына посадили. Как за сына? Давно это было. В 905 году. Был у меня сын Иван. Служил матросом на корабле Потемкин. Хороший был сын. Ой, справедливый же был. Зорю играют. Ну вот, ребятки, созвала раз Ванюшка всех матросов и говорит им. Плохая, говорит, жизнь в России. Поедемте, братцы, матросы, счастливую землю искать. Ну и решили, братцы, матросы, что правильно говорит Ванюшка. Взяли и поехали. Как узнал об этом царь, как ногами застучит, как затопает. Назвал генералов своих, да как крикнет. Догнать, говорит, корабль Потемкин, или я вас всех в Сибирь посылаю. Какая кутерьма попалась. А матросики едут. Ветер в снастях свистит, завывает. Волны о корабль плещут. Он бежит себе в волнах, на поднятых парусах. Мимо острова крутого, мимо города большого, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. И поймали, братцы, матросиков, кого в тюрьму посадили, кого в море утопили,
А моего Ванюшку повесили. И с отцом проститься не дали. Да ты не плачь, Маковка. Сказки-то еще не конец. Сказка-то вся впереди. Не как Андрюшка. Маки-таки. Здорово. И этот свищет. Сколько вас тут? Так что целая стая. Видно, и вам в этой стае летать. Далекий полет. Быстрый. Ни одной птицы не догнать. А ветер пускай свищет. Не нам этого ветра бояться. Ребята, не вам! Валяйте, пойте, сделайте милость! А вам вот там, бутылки дурдинские, катушки кениговские, потише! Слушать не дает! Кругом тебя
были свои. Мы сами пробили закрыли. Прекратить безобразие и оставить заведение. Императорского Величества, государя императора Николая Александровича! Прошу! Ай, суки! Ура! Ура! Нельзя! Ваше высокородие! А? Ты что? Проходи, товарищ! Мух у вас, господин пристав. Зараза. Арестовать. Смерть идет. А что, бабушка Фёкла Петровна, война?
Да принца какого-то убили. Не то в Самаре, не то в Саратове. Ну, девочки, идите. Идите, милые. Идите. И мы победим! Андрей! Женщины Питера! Опасность велика! Партия бьет на вас! Партия призывает отстаивать каждую пять нашей земли! И если враг ворвется в город, мы будем за каждую улицу, за каждый дом, за каждую подворотню нашего пролетарского города! Вам, женщины боевого коммунистического отряда работниц, выпала честь быть представительницами Красного Питера на форпостах обороны. Сенька. Женщины, о горькой бабьей доле света немало песен. Вот уже 2 года, как поете вы новые песни. Женщины-матери, женщины-сестры, дорогие подруги революции! Ваше детство, ваша юность не знали нежности. Только с птицами, что в клетках томились над вашими окнами, делили вы мечты свои. В ваших сердцах не зажили еще раны страшной рабьей доли, когда любовь становилась позором, материнство тяжкой обузой. И теперь, когда враг подступил к самой колыбели революции, вам ли не ответить партии и рабочему классу? Мы здесь, мы готовы! Товарищ Андрей. Вся стая слетела.
Зоенька. Прощай. Может, на фронте увидимся. Бабушка, воевать? Да внучек проводить пришла. Баба, бабуленька. Ну, прощайте, внучки. Коли смерть придет к вам, чтобы скорая. Коли рана, чтобы легкая. Спасибо, старая. Сестренка, нам так и так погибать. У тебя ноги здоровые. А ну, текай отсюда. Не деликатничай. Комендант сказал, будет еще один поезд. Последний. Деда какого-то матроска, он нас всех и подберет. Дайте деду не проскочить. Проскочит. А ты кричи, кричи, милый. Кричи, не стыдись. Кричи же, легче будет. Девушкой плясать я любил. Ничего, милый, мы с тобой еще кадриль будем танцевать. Вот поезд последний подберет. Спасибо за лекарство, сестра. Thank you.
Эх, заняли белики детское. Заняли. От своих, чем от чужих. Добей-ка, сестренка. Прости, товарищ. Не могу. Едет. 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 Наташа! Аська! Да. Так и не растешь! Пуговица! Поступаешь в мое распоряжение! Давай погрузку! Давай погрузку! Это занято? Не разговаривать? Придется через занято. Ну, дочки, паровоз у нас хоть и задрипа, а других у нас сейчас нет. Так надо проскочить. Проскочим. Полный вперед. Есть.
Думаю, проскочили. Давно уже заняли. Долго же ты спал, паренек. Думали, уж окочуришься. Принимай партию. Собачье дело. Фу, собачье дело. Сейчас, сейчас, все. Вот. Сестренка. Секретку снять не успел. Пропадет парень. Ты... Фу, собачье дело. Ты на опушке. Домик лесничего знаешь? Ага. Выручай, сестренка. Пароль? Винтовка. Пропуск? Вологда. Ладно. Силычу ничего не говори, слышишь? Угу. Зойка, надень варежки, мороз сегодня. Смотри, не проболтайся. Винтовка. Стой! Иду я, иду. И все о тебе думаю. Весь фронт прошла. Все думаю. Встречу. Я с отрядом иду, иду, все думаю, встречу. Обязательно встречу.
кончится фронт, вместе жить будем. Конечно. И изменять друг друга никогда не будем. Не будем. Будет у нас сын. Что ты, что я. Оба курносые. Значит, и сын тоже курнос. Обязательно курносый. Сеть. Чего? У тебя поесть ничего нет. А у тебя? Нет. И у меня ничего нет. Ну и наплевать. Так. А уж мы целовались, целовались. Сволочи. Сволочи. Вот вы кто. Пропали. Как сквозь землю провалились. Зойкина секретка. Видал? Понял? Целовались. Хороши. Тьфу, подождать не могли. Поцелуйщики. Я вам пропишу. Дрянь. Под арест за самовольное оставление боевого поста на 5 суток. Слыхали? Деревни Ярве, враг выбит. Части пошли наступление. Так. Задание выполнено. Так. На вершине номер 3 исход боя не ясен. 6-й комсомольский батальон пошлешь в подкрепление. Есть. Товарищ политком, тебе туда же. Там твоих с Нарвской много. Есть. Ну, Юденичу крышка. Ясно, крышка. Лоцман. Андрюшка. Маки. 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 Ох, я стая. Молодеешь, Лоцман. А ты что, Ася? Не растешь. Слыхал, слыхал про вас, слыхал. Ну, Лоцман, довольно. Лазаретами возиться. Кончим Юденича, забираю тебя с собой на юг, на Деникина, политкомом части. Отряд сдавать некому. А вот, Зойки Белобрысой и сдашь. Не могу. Почему? Амур проклятый. Был оставлен в секретке, снят по распоряжению раненого командира части сестрой Андреевой. Сутки снимал, все снять не могла. Так. Ну вот что. Будет, как сказал, отряд сдашь ей. Наталья, тебе видно тоже на юг. Лазареты разворачивать. Поступаешь в мое распоряжение. А тебе, маленькая, видно, здесь. С отрядом оставаться. Да. Дело. Ну, стая.
До будущих встреч. Пошли. Комиссар. Черт с вами, целуйтесь. Раненых понесут. Наташка, а? Разбуди пуговицу. Надо солому натаскать. Сейчас. Аська. Асюнька. Ачка. От комиссарши приказ за соломой. Как Силыч. Какой Силыч? Курица это. Курица. Ася. Асенька. Садей ее. Вместе с девчонками, боссами по двору бегали. Вместе в комсомол пошли. Фронт прошли. И сегодня, девочки, может, в последний раз вместе мы. А завтра разлетимся. Кто куда. А дружбе все равно не конец. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Расстался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы. И отчего этой девушке не растует? Как была, так и осталась. Не поймешь, сколько ей лет. В силу мне никто не верит. Ты вот так скоро комиссаром будешь. Тебе, Наташка, на Деникина. А я только пуговица.
ничего. Фронт еще не конец. Наташка, все. Курицу на пятерых разделим. Силочу лапку снесем. Раз. Раненому комиссару крылышко. Два. Эй, подбираешься к секретному. Ему остаточки скормишь. Если жив останется, ничего не пожалеет. Где ты теплые ночи? Где запела соловей? Где тихо? Красная. Ой. Зойка. Сергей Тимофеевич. Сергей Тимофеевич. Курица. Про. Курица. Видать, здорово вам ходу дали. Проголодались. Ну-ка. Силочка, девочки. Где? Остановись.
бабушка мне твоя Зойка говорила. Каждому свой век. Вот мой век и кончился. Ведь не страшно. Ни капельки не страшно. Хорошо, что я так. А не Зойка. Не ты, Наташка. Слабая я очень. И дочку мне ни за что не родить. Комсомолу скажите, чтобы девушек больше в рядах было. Мало нас еще. Да вы не бойтесь, мне не страшно. Ни капельки не страшно. Когда мы маленькие были. А все-таки жить хочу. Жить. Сейчас дам пить. Ася. Аська. Пройдут года, Ася, заживут раны. И сегодняшний день, когда мы плачем над тобой, Ася, будет праздноваться, как День Победы. С гордостью назовет счастливая мать ребенка твоим именем. Красная сестра, Ася. На полях наших битв вырастет новая
буйное племя девушек, счастливых, беззаветно смелых, подруг наших, в боях за мировые октябрьские зори. Дорогие подруги будущего, вы не будете знать горечи наших слез. Не забывайте же ваших матерей. Их дорога была крутая, неровная, но, несмотря ни на что, прекрасная. И сами вы будьте готовы идти путями последних решительных битв. В этих битвах вы понесете на своих плечах все человечество. Пусть же самая ноша придаст вам бодрости. Вы трудитесь для всего человечества. Славнее удела –